Что не так с Климовой? Почему ее бросают мужчины? Актриса прошла через 3 неудачных брака. С последним мужем Гелой Месхи она развелась в 2019 году. Очередной развод заставил пользователей сети гадать, что не так с Климовой. С первым мужем-ювелиром Ильей Хорошиловым Екатерина познакомилась еще в школе. Предполагается, что супруги развелись из-за стремления Климовой к успеху. Самым продолжительным был брак с актером Игорем Петренко. После 11 лет отношений каждый начал жить своей жизнью. Третий брак разрушился через 3 года. В сети предполагают, что все дело в сложном консервативном характере Месхи. Сама Екатерина призналась, что в жизни она не так оптимистична и часто грустит. А как вы считаете, почему Климовой не везет с мужчинами?